Grazie, vai. А куна-матата, золотые слова. Ну, блин, куна-матата, на русском. Вот ты знай свои права. Набить желудок и пуща голова. Закусил слегка и жизнь легка. Акуна-матата. Акуна-матата? Да, это наш девиз. Девиз? Это как? А так, нам вверх, всем вниз. А что мы делаем? Всего два слова, а решают любые проблемы. Как что делать? Да, вот Бубы, к примеру. Только попу не сделали красную. Так красиво нарисовано, да? Сделано быстро. Для личного пользования. Вот это марабу. Айс марабу. Они как собака, они такие противные. Светочки сияют изумрудными огнями, их волшебное сияние идет домой. Ах, я стану небе, только светочки сияют изумрудными огнями, их волшебное сияние. На ухане набивает. Ну и для кетерсма. Ряу. Сезон на солнышко. Ряу. Для личного пользования. Вот это марабу. Айс марабу. Они как собака, они такие противные. Слова. Ну, блин, Акуна-матата. На русском. Вот ты знай свои права. Набить желудок и пуща голова. Закусил слегка и жизнь слегка. Акуна-матата. Акуна-матата? Да, это наш девиз. Девиз? Это как? А так, нам вверх, всем вниз. А что мы делаем? Всего два слова, а решают любые проблемы. Как что делать? Да, вот Бубы, к примеру. Только попу не сделали красную. Так красиво нарисовано, да? Сделано быстро. Эй,
что он вырастет и будет их всех жрать. И раз, и два, и... Акуна Матата! Золотые слова! Ну, блин, Акуна Матата! На русском. Ты знай свои права, набей желудок, и пуща голова, закуси слегка, и жизнь слегка, Акуна Матата. Акуна Матата? Да, это наш девиз. Девиз? Это как? А так, нам вверх, всем вниз. А что мы делаем? Всего два слова, а решают любые проблемы. Как все делать? Да. Вот Пума, к примеру. Мы только попу не сделали красную. Так красиво нарисовано, да? Сделано тут. Для личного пользования. Вот это марабу. Айс марабу. Они как собака, они такие противные. Светочки сияют изумрудными огнями, их волшебное сияние идет домой. Наплевать. А ясно, не имеет только светочки сияют изумрудными огнями, их волшебное сияние. На ухань набивает. Ну и для кедр смог. Прям. Сезон на солнышко. Прям.